Слава и хвала Привечному! Возлюбленные братья и сестры, а также те, кто нас видит глазами, слышит ушами или читает по губам. На Востоке, на ближнем к нам Востоке, когда-то кто-то сказал, если на твоих висках седина, в душе осень, то оно уже близко. На Дальнем Востоке существует и поныне такая форма стихосложения, где в 3 строчки с определенным количеством слогов в каждом, 5, 7 и 5, соответственно, нужно втиснуть, так скажем, весь спич, всю речь, все высказывание. Кратко, сестра таланта и также косноязычие. Отбросим же знаки отличия и спросим отца Амфима, или просто говоря попросту Анфаня, который те самые хоку извлекает из космических глубин сознания и выдает на гора у подножия любимого им и мной Читердага. Скажи-ка, отец, а у тебя есть какой-то сокровенный способ пробуждения сознания, если можно ответить с помощью этих самых хоку, писанных тобой? Сижу, чтобы сидеть. Иду, чтобы идти. Просто живу. 5, 7, 5, окей. Просто живу. А что из жизни, отец? Не просто существование, именно жизнь. Как ее видеть, пощупать, что ли? Чем ее выявить? Жизнь капризная дама. Капризная дама? Жизнь капризная дама. Только любви уступает. То есть любовь побеждает жизнь? Нет, так бы нельзя сказать, но можно сказать так. Проще любви побеждает все, даже самого себя. Хорошо, пару слов о любви без хоку, потому что я понимаю, что русский язык, там очень тяжело втиснуть в эти 5-7-5 то, что ты хочешь сказать. Сердце и ум – это очень значительные вещи. Сердце надо развивать, потому что без этого никакой любви быть не может. Мы его развиваем на любви к природе, на любви к женщине, на любви к детям. Просто любим мир и окружение его, живем в ауре любви. И это постоянно и всегда. Только так можно добиться своего чуткого сердца. Сегодня 1 ноября 2012 года. Над Читердагом встает и над нашим Крымом, и над нашей землей встает солнышко. И вот, Фань, скажи мне, многие люди, вот Волошин воспел Кемерию, многие люди говорили что-то о Читердаге. А ты можешь ли, ну, только с помощью хоку, вот сказать, с помощью хоку выявить свою любовь, одним хоку, свою любовь к Читердагу? Сказать об этом значит промахнуться. Потому молчу. С нами был преподобный Анфим, игумен Читердагский, Анфань. Слава и хвала! Привет!